Всем привет! Очередная порция скидок подъехала. Еженедельное обновление в Red Dead Online, двойные награды для умелых воров за ограбление ферм и лагерей, а также бонусы клуба, проворный стрелок и многое другое вынос имущества и грязные деньги, грязные дела. Ограбьте любой лагерь или ферму, выполняя задание из обновления кровавые деньги или в свободном режиме, и получите в два раза больше РДО долларов и опыта. Короче, грабим курятники и лагеря чепенцев, беря задания у Джеймса Лэнгтона и его соратников, либо в свободной сессии грабим эти же фермы и лагеря. Зайдите к Шону Магуайру, Джо, Джеймсу Лэнгтону или Энтони Форману за информацией о подходящих целях, разбросанных по территории пяти штатов. Кроме того, за любое из этих ограблений мы дарим подарок, скидку 30% на любой револьвер, будет доставлена в течение 72 часов. Скидка действует только на разовую покупку. Не получится взять два револьвера по скидке. Кто хотел прикупить револьвер, могут воспользоваться данным предложением. Загляните к любому персонажу, выдающему задание свободного режима. Завершите выбранное задание и получите в награду перчатки до 15 уровня. Доставим в течение 72 часов. Берем задание у Бонни, Макфарлейн, Ангуса, Олдина, Сэдди Адлер и других персонажей. На карте игры отмечена иконка человечка с поднятой рукой в оранжевом круге. Бонусы клуба «Проворный стрелок», обладатели абонемента клуба «Проворный стрелок номер один», которые купят следующий абонемент до 23 августа, получат 300 до долларов и 2000 единиц. Опыта с каждым абонементом клуба за 25 золотых слитков вы получите доступ к 25 уровням наград. По завершении 25 уровня все 25 слитков вернутся к вам на счет. За покупку всех четырех абонементов вы получите награду That's из хэллоуинского абонемента номер 2 в подарок. Бесплатные жесты для игроков с различным уровнем чести, неважно какой путь вы для себя выберете, бывалым ветеранам полагаются награды. Игроки от сотого уровня и выше, которые в течение ближайших семи дней добьются низкого уровня чести, откроют жест «Ты и я» в течение 72 часов. С помощью него можно поставить на место любого неприятного человека. Игроки от сотого уровня и выше, которые начнут неделю с высоким уровнем чести и сумеют сохранить его до 23 августа, откроют жизнерадостный смех, жест, который поможет разрядить обстановку в лагере, доставим в течение 72 часов после входа в игру с 24 августа. Набор для ухода, чтобы всегда оставаться в форме, заберите три сильных лекарства и три особых тоника, либо на почте, либо из сейфа в лагере, они будут доступны после входа в игру, доставим в течение 72 часов. Скидки 50% на расходуемые припасы у доктора. Скидка на все тоники, закупайтесь, если активно их используете в ПВП или в ПВЕ. 30% мультиклассовые лошади, миссурийский фокстротер, мустанг, ахалтикинская, бритонская, криольская, кладрубская, норфолский рысак, цыганский коп. 30% быстрое перемещение. Кто еще не купил телепорт, могут приобрести его по скидке. Покупается в лагере в походных припасах у Крипса. 30% метательное оружие. Скидка на болы, такие как Хаукмов, Брукстоун, Грейвсент, Динамит, зажигательная смесь, метательный нож, топорик, томагавк, топор мясника, охотничий топор, древний томагавк, ядовитый самогон. 30% банданы. Кто еще не сделал диэлик с маской? Налетай. 30% предметы ролей от мадам Назар. Такие как пряжки, головные уборы, перчатки, амулеты и другие различные аксессуары.